Обвиняемый не явился в суд. Накануне было сорвано заседание по делу Алика Рахматуллина. Мужчина обвиняется в причинении смерти по неосторожности. В декабре прошлого года мы рассказывали о пожаре в многоквартирном доме на улице Строителей. Тогда, надышавшись угарным газом, погибли сестры 6 и 11 лет. С девочками находился отчим, мать была на работе в школе. Как сообщается, Рахматуллин злоупотреблял спиртными напитками. По версии следствия, в тот вечер дома он находился в нетрезвом состоянии и курил в квартире, а когда комната загорелась, мужчина перебрался на балкон квартиры этажом ниже. Девочки остались в пожаре одни. Мать надеется на обвинительный приговор. И у него и была возможность спасти детей, вывести детей, а он этого не сделал. Он должен сидеть как можно больше, потому что детей уже не вернешь, двоих детей. У вас есть версия, почему он так поступил? Трус он, испугался и спасал себя. Судья перенес заседание на 13 апреля. Присутствие обвиняемого обеспечит конвой. Судимому ранее Рахматуллину грозит до 4 лет лишения свободы. Мы расскажем, чем закончится процесс.